Привет, друзья. Такая тема. Получил только что посылочку. Тахометр для моего замечательного токарного станочка. Сейчас мы распечатаем и посмотрим. Так, это датчик. О, магнитик. Только как-то он отмагнитился очень быстро. Магнитик слабенький. Так, и вот он, тахометр. Так. Питание от 8 до 24 вольт. Так, а с этими кончиками надо разобраться. Тут их раз, два, три, четыре, пять. Так, давайте посмотрим. Сюда мы подключим питание и датчик. А вот сам датчик. Ух ты. Вот такая красота. Так, а сюда магнитик. Магнитик должен ходить туда-сюда. Так, а где бы нам раздобыть питание? Вольт хотя бы 8. Сейчас что-нибудь придумаем. Подключим датчик. Так, это у нас что? Это блек. Блек черный. Значит, здесь тоже должен быть блек. Термоусадочку. Чик. Соединяем с блек. Делаем скруточку. Пока скруточку, а там мы сделаем все капитально, все пропаяем. Надо же проверить, как оно. Так, теперь мы это дело натягиваем. Так, дальше. Следующий. Какое-то непонятное слово. Я такого цвета не знаю. Блуе. Блуе — это голубое, кажется. Значит, вот это вот коричневое. И здесь также коричневое. Так, мы это также соединим. Термоусадочка. Так, и также блуе. Соединяем блуе. Так, и что мы имеем? Имеем вот что. Плюс-минус. Так, плюс красный. Минус черный. А вот там. И сейчас мы подключим. Так, вот он, наш источник питания. Подаем напряжение. 1, 1,5, 2, 2,5, 4,7. Так, давайте дадим немножко больше. Нехай будет 10. 10 вольт. Так, нормальненько теперь. Вот он, наш датчик, и вот он, магнитик. Так, и сымитируем вращение. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ага, пошло-поехало. Нифига себе. Вот это да. И шо, все? И никаких кнопочек здесь нету. Никаких настроек. Сейчас мы магнит примонтулим на шпиндель и посмотрим, как оно в работе.
крышка гитары. Открываем. Так. А как мы установим датчик? Наверное, пока прилеплю на токарный патрончик. Какой-то он совсем слабенький. Сейчас попробую немножко помощнее. О, этот нормальный. И давайте я вот сюда, на планшайбу. Теперь берем вот этот вот датчик. Так, стоп, непонятно, почему вот эти нолики бегают туда-сюда. На экране монитора камеры почему-то бегают, а здесь стоят неподвижно. Не знаю, почему это так. Хорошо, включаем. Добавляем. Как-то он странно работает. Что вы хотите? Китай. Тахометр оказался обычным китайским Г. А как я планирую его установить? Вот эту вот трубу приключу к корпусу гитары. Внутри можно будет пропустить проводочки. Здесь установлю пульт управления. И, возможно, даже установлю в него вот этот вот программатор. Ну, как-то так. На сегодня все. Ссылочку оставлю под видео в описании. Ставим пальцы. Всем пока.